К сожалению, следующую игру с командой Краснодара наши баскетболисты проиграли. Потому в финале они боролись лишь за второе-третье место с командой из Новороссийска. Решающие игры чемпионата оказались по-настоящему зрелищными. В течение всей игры славянские баскетболисты отставали от соперников всего на несколько очков. Оставалось меньше секунды, когда наши баскетболисты сделали последний бросок в корзину. Игра закончилась со счетом 80-82 не в пользу славянцев. Вы видели, ребята все бились. Я считаю, что мы не опозорили Славянск и вообще Славянский район. Достойно представили наш город. Я старался, у меня здесь старший тренер и отделение. У меня было много детей, хотел стараться показать им пример борьбы и воли. Ну, немножко не хватило. Будем стараться. В этом году кубок достался Новороссийску. Славянск оказался лишь на третьем месте. Но подрастающей смене баскетболистов. Они показали достойный пример упорства в борьбе. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».